Добро впасть, ребят, с вами снова я, Шус. Выживаем тут, знаете ли, в Дарквуде. Все не так-то просто, как казалось. Так, патрон к патрону. Магазины, пожалуй, к магазинам. Я думаю, пора тратить пистолет, потому что слишком много магазинов у меня на пистолет. Будем, собственно, откровенны. А вот дробовичок и остальное лучше пока что придержать, знаете ли, да, лучше придержать. Так, гвоздики к гвоздикам, таблетосики к таблетосикам, металлчик к металлчику. Стоит ли топор отремонтировать? Я думаю, конечно, стоит. Доски нужны для этого. А доски у меня что, нет досок? Где мои доски? У меня есть бревна. А доски-то где? Тут досок нет, здесь досок нет. Кончились доски! Так, тут лучше не вылазить, кстати. Так, шкафчик мы сейчас отодвинем, чтобы было бегать поудобнее на время. Сегодня мы пойдем копать. Копать. Капканы стоят, а вот здесь не стоят. Дело дрянь. Так, газовый баллон взять. Поднять газовый баллон. Ребят, я принес вам газовый баллон. Будете брать? Очень хороший. Отлично, плюс 25. Не наслаждайтесь. 15 досок мне, пожалуйста. Угу, спасибо большое. И это еще даже не все. Я хочу попилить. Слишком много досок уходит здесь, но мне кажется, с такими доходами я... стопудово могу выдержать темп ремонта и всего остального. Сейчас Steam потушу, чтобы никого из нас он не задалбывал. Так, а зачем мне были доски? А, да, ремонт. Ремонт топора нам нужен был. Раз, все. Теперь прячем сюда доски, прячем сюда металл. Отмычка с собой, прячем гвозди, прячем спички. Молотов один едет с нами. Таблетки лишние я не хочу, на самом деле. Лишние таблетки мне не нужны, поэтому три таблеток. Таблеток у нас тоже достаточно. Реально достаточно. Можно, конечно, еще притарить, но какой в этом, собственно, смысл? Лопата! Лопату, пожалуйста, самую хорошую сюда. Будем ее ломать сейчас. Посмотрим, как раз как она ломается. Если что, возьмем потом еще одну лопату. Ножики, тканечка нам зачем? Мы уже не можем крафтить эти штуки. Нам нужна веревочка. Слышь, джентльмен, а что у вас по веревке? Вы продаете такую красоту или нет? Мне так, чисто для собственного развития знать. Я не хочу вас зарубать с топора, вы не волнуйтесь. Парары, парарой, тарарай. Да, веревочка у них есть. С ракету. Дорого, блядь. Это вы что-то дорого, парни. В колодцах просто так она висит. Так. Ну, нам не работает ни то, ни то, поэтому веревка нам не нужна. Просто так 40 просрал. Да и плевать. Бутылка с газом. Пфф, кому нужен этот газ, кому нужна эта бутылка. Отмычка у меня одна есть, мне этого хватит. Проверяем. Можно идти? Это точно. Ствол наперевес, я закончил. А кто стул сюда задвинул? Ну ладно, пусть стоит. Я, в принципе, не против. Счастливо, как говорится, пути. Нас сегодня ждет такое неплохое копание. И пошел денек. О, грибочки выросли. Зато. Грибочки любят все, особенно лисички. Страшные какие-то звуки тем временем здесь распространяются. Так. Ну, тут мы уже все открыли, все сделали. Еще и компрессор, кажется, да? Так, ну корни пусть живут своей жизнью. О, тут мужичок встал и взорвался потом. Долго лежал. Так, вот мы и на свалке. Ну что, начнем наше грязное дело. Диггерство. Я диггер сегодня. Звучит как название серии. Диггер. О, вот две кучки. Первая кучка пошла. Лопатой. Я чувствую, лопата сейчас начнет ломаться. Надо было взять вторую тоже. А ну-ка, раз. Ебать, лопата в говно. Пфф, детали компрессора. Парень, по-моему, легко. Вообще даже не напрягался. Завал копать. Я, правда, не знаю, зачем мне до сих пор он нужен. Металлолом, рога за сотку, веревок куча. Но я пойду всю лопату наверну. Здесь куча, где можно копать. Я не знаю, зачем эти буквы еще нужны. Вот чего не знаю, того не знаю еще. Вот W. Потом явно пригодятся. Так, ящик с инструментами, сварочный аппарат. Все еще не нужно ничего из этого мне совершенно. Но очень крутые шмотки здесь. О, мужичок.
лежит. У него проволоки. Две, а две проволоки это равно одна отмычка. Хоп. Мне кажется, на еще один завал лопаты уже не хватит. Мы сейчас это узнаем. С. Копал? Да, не хватает копать. Надо было брать вторую лопату. Но это уже не суть важно. Я с первого раза нашел компрессор и детали, поэтому я тупо не парюсь. Но опять же, я повторюсь. Я вообще не представляю, нахера они мне нужны. Но какой же здесь все-таки лут? Да, хорошенький. Вообще жесть. Сварки там, инструменты. Как будто я должен был прийти сюда. О, капкан. Вот. Как будто я должен был прийти сюда и совершенно не уметь. Ну, то есть, у меня станок уже типа на максимуме, мне болторез нужен. А я тут нахожу инструменты, сварку, как будто типа. А кто-то здесь прикопал такую красоту? А вот мы, блядь, сейчас и узнаем. Знаете-ка что, блядь? Ты меня не наебешь, кто бы ты ни был. А глаза здесь вытекают, нет? Да, здесь определенно вытекают глаза. Ай, здесь определенно живет мистер Ластофасовец, блядь. Или как он там? Красный поедака? Ладно, домик красного поедаки. Давайте не будем его беспокоить. Пускай живет тут. Я ему не мешаю, и он мне не мешает. У нас соседство. Я просто зашел поздороваться. Типа, есть сосед, как дела? Блин, удобно, кстати, вот с такими глазами ходить. Я бы мог посмотреть на эту фигню и даже не ослепнуть. Угу. Че, пойдем готовить? Так, глаз, я тебя вижу. Ха-ха! Сразу спрятался. Так, я и думал. Так, так. А, я знаю, компрессор нам, наверное, поможет, чтобы вот эту хуйню с сундука сдуть. Да? Вот здесь. Сейчас мы будем ремонтировать, посмотрим, что кого-то. Так, здорово, старичок, как ты тут? Готово. Так. Работающий компрессор. Смотрите, с его помощью могу наполнить пустые баллоны кислородом. Да ты чё, а нахуя мне это, простите? Чтобы сдуть здесь черную байду? Что просто черная баллончика? Не похоже на правду. А где мне взять пустой баллон, простите? И зачем мне наполнять его кислородом, простите? Какие-то страшные вещи нам тут рассказывают. Так. Парари, парару. Так, минус рога, минус веревка. Эта штука вся мне пригодится. Сейчас она мне просто не нужна. Отмычки оставьте. Еродивые. Лопату починить. Готово. А я пойду еще подигерствую. То мое дигерство что-то слишком быстро. Я тебя вижу. Ха-ха. Мое дигерство слишком быстро закончилось. Почему здесь красное стало? А, это у нас идет красным цветом. Колодец построить. Потом как-нибудь. Бля, мне, кстати, не мешало бы. Ладно, потом как-нибудь. А, можно зайти к соседу на вечерок, но я пойду на свалку. Гвозди забыл выложить. Ну, я выкину их тут, потом найду, если они вдруг понадобятся, недалеко от дома. В скобках не найду никогда больше. Сейчас еще, кстати, надо будет бегуна прожать и колеса. Но колеса я легко нажму. Съесть. Объем легких сразу вырос. Напоминает мне какую-то игру, да? Там, где мы употребляли всякие препараты, чтобы долго бегать. Ха-ха! Давно ее не было, кстати. Прости, что? Тут эта херня, многоножка. Это определенно многоножка. О, капкан. Милый денек. О, труп паукообразного. О, на аж можно еще покопать. Завал копать. Надо было вторую лопату еще схватить с собой. Что-то я не подумал. Да пофиг, все равно я последний раз тут. Что у нас тут? О, ёб твою. Да вы миллионеры, ребят. Здесь уже можно оставаться жить просто. Даже ходить никуда не надо. Просто можно тупо остаться жить. Господи боже, блядь.
Последнюю копаю. Потом еще вот здесь. О, пойдем сходим сейчас к работягам, да? О, лезвие для топора. Бутылки пустые. Побью, кстати, побью, да. Чтоб жизнь малина не казалась там. Так, здрасте, мистер корова. Я, опа, дом вблизи свалки. Я нахожусь здесь. Что за дом вблизи свалки? Похоже на убежище. Где он? Где этот дом, простите? Дом, ты где? Я не вижу здесь никакого дома. Дом, ты где? Похоже на дорогу к дому. Время идет? Должно идти. Да, время идет. Грибочки. На посол. Что это тут? Что здесь есть? Собрать. Что-то можно было собрать только что. Что можно было собрать? Я готов поклясться, я только что видел собрать кнопку. Рыба! Рыба! Где она? Вот она. Я поймал рыбу? Где рыба? Тут можно рыбачить. Опа, поймал. Получен предмет рыба. Мастерство рыбалки. Руками просто. Кто? Ты? Ты? А ты кто? Ты? Я здесь. Пленен. Я слышу ее. Пленен. Пленен. Я слышу ее. Значит, что я здесь делаю? Ебать. Освободи меня, пожалуйста. Я... Блять, я сейчас нахуй сам кого... Улитка. Я что-то зря, по-моему, пистолет схватил. Я тебя вижу. Записка. О, это капканы, куча гвоздей и досок на А. А, то есть я тут показано то, что я видел по пометкам, типа. Тут можно, если вдруг ты хочешь найти, то ты ищешь. Металлом какая-то хорошая одежда на H. На G поломанный топор, пустые бутылки. Мне не надо топор, у меня есть металлом, старый компрессор. О, инструменты, веревки, ленты, рога. Детали от огнестрельного оружия на C. Немного полезного металлолома, капканы. Ну, ясно. Но я уже сам все нашел. Здесь нужен ключ. А я пройти не могу, что ли? Ну, как-то вроде без ключа разобрались. Еще грибочки. Помоги, я здесь пленен. Освободи меня. Я, как ты видишь, сам тут в плену. Мне тут не пройти. Блин, уже 14 часов, день заканчивается так рано. А как мне, собственно, освободить тебя, дружок? Как мы изнутри завалены щебнем, найти другой способ пробраться внутрь. Черт, я... Ты видишь, я и так на пределе своих возможностей. А вон сверху можно зайти. Вот тут. Вот тут можно попасть внутрь, я уверен. Раковина треснула, может получится ее пробить. Ну так это с топора давай. Блин, сейчас херня вылезет. Надо приготовиться. Опа. Освобождаю тебя, блядь. Брюха, смотреть. Под раковиной крыша была сломана. Скорее всего, панцирь жидкий в этом месте тоже сильно пострадал. Может, получится попасть в дом через диафрагму. Она кажется довольно вяло. Ага, понял. Опа. Опа. Я не пролезу. Нужно продолжать дальше. Опа. Отверстие слишком узкое. Опа. Ну, секундочку. Опа, говорю. Ну, все. Зайти внутрь. Ебать. Что вообще происходит? Что за кислота? Где я? 14:54. Время уходит тем временем. Я внутри дома. Так, время стоит. Да? Время стоит. Да, время стоит. Радио работает, время стоит. Мне, пожалуйста, фонарь. Обыскать. Карта. Радиовышка. Знаю, умею, люблю. От чего, блядь, мне избавиться? Все нужное. Так, что у нас?
На полу лежит... Ух, ебать. На полу лежит куча заржавевшей радиоаппаратуры, старые магнитофоны, допорванные ленты. Все покрыто слизью, капающей с древа потолка. Чё-то, блядь, это... Тут человек в матрице. Надо его отключать как-то. Мертвое тело смотреть. Мертвое сохшее тело, поросшее мелкими корешками. Не, ну это здорово, конечно. Освободи я. Дружок, я пришел тебя освободить. Или это плохая идея, не? Не, да, не? Давайте правило 5 секунд, надо подумать. Нихуя кто-то пришел. ТЗ. Ты здесь? Да. Блять. Мужик, ты еще мертв? Итак, правило 5 секунд. Да. Он мертв. Ладно. Очень здорово. Я здесь, действительно. Рука, смотреть. Похоже на обычную человеческую руку, хотя она и липкая, сросшая с раковиной. К ладони прирос ключ. Мне кажется, что его можно легко оторвать. Давай! Ключ от сарая. Старый бесцветный ключ. Я уверен, он мне пригодится. Черт возьми, я даже знаю, от какого он сарая. Открываю! Ключ от сарая. Опа! А зачем он мне? Я просто вот как бы... Я, сука, человек простой. Остатки грибов. Некоторые вещи еще не понимаю. О, я прошел. Наверное, именно для этого он мне и был нужен. Где я, ебать? Вообще, что происходит? Куда я ушел? Этого места даже на картах нет. Почему-то дерево живое или выглядит как живое. Я сейчас чувствую себя, как будто я во сне, вот честно. Как будто я сейчас сплю и записываю дарк, вот которого нет на самом деле. Потому что, типа, это уровень, который генерирует мой мозг. Что это за место? Какой в нем смысл? Тут опять эта фигня. 15.46. Что я здесь делаю? Зачем я тут? Фонарь надо убрать. Он сохнет. Фонарь сохнет. Давай вместо ткани, да. Ладно, я просто пойду. Я еще по-любому вернусь сюда, но я, пока что я просто пойду. Если меня выпустят. А меня выпустят? Да, меня выпустят. Все, туда, туда и дорога мне. Я пошел, ребята. Темнеет уже. Было очень весело. Завтра троица, я не знаю, что со мной сотворит. Потому что я готов ей... Ну, короче, очень богатым буду я завтра. Тут я рыбу половил. Так, бегуна мне, пожалуйста. Ну все, с богом. Жесть, я еще туда схожу, это точно. Тут, кстати, ямка. О, да, ямка. Слышь, ебала. Я бегун, кстати, ты меня не догонишь. Ай, блядь, догонит. Еще как такой, он там и убивает, нахуй. О, боже, блядь! Ешь, ешь таблетки, блядь! Я нажал есть таблетки, но это мне не помогло. Бля, минус все вещи, 16.32. Что делать? Еще и пистолет там остался вместе с топором. Блядь, харим. 16.33. А нет, вещи со мной. Чудеса, да и только. Не, некоторые, конечно, я проебал. Я не боюсь за ними прямо сейчас исходить, если честно. Да, да, я пойду. Надо было орать. 16.40. Успею с головой. Должен успеть. Неудачно ебала вылезла. Это первое. Второе, я не ношу броню. Это косяк. Потому что панциря у меня нет. И третье, все очень удачно получилось. Так. Тяжело идти по болотам. Я думал, я съел таблетки, а я не съел. А херня казалась быстрая вообще. В три удара меня раз-раз. И готово.
17-15, надо бы прибавить по-хорошему домой. О, а это, кажется, мое тело бренное. Ток. Тут вон рыбка, лампочка, все. Я уверен, что-то я все-таки потерял, но это не страшно. Я все еще миллионер. А миллионеры, мы знаете, мы отходчивые, ребята. Сегодня ушло, завтра придет. О, мужичок. Мужичок, ты как? А, мы уже с тобой знакомы. Убежище. Еле иду, аж пыхтит. Просто аж пыхтит. Блин, пора бы уже. Мы дома, дорогая. Вот только я смотрю на глаз, глаз закрывается и открывается его жопа. Практика, конечно, интересная. Так, верстачок. А можно мне капканов пару штук еще? Так, сейчас, чтобы были. Замечательно. И бутылки покидаю я сейчас. Пока 18 часов, я все успею. Так, ну бутылки я по классике сделаю идеальный, вот, чтобы не очень хотелось тут и ходить. Знаете ли, да? Сюда еще парочку, типа. Хочешь погулять, погуляй. Только сри под ноги, а то это грустно будет для тебя все. Ёбаный стул, это действительно хорошее препятствие для всех. Ну, времени еще есть. О, давайте, раз уж мы тут, мы сейчас быстро рыбку сварим и грибочки запарим. Нормально, там почти доза готова. Я имел в виду вот что, да. Аккуратно, так, знаете, не встревая ни во что. Такой раз, раз. И вот сюда еще капкан один. Короче, тут завтра троица придет и, скорее всего, обезвредит все. Так, готово, стул. Иди, создай неприятности теперь всем остальным. Так, теперь касаемо моих. Арсенал нормально держится. Вещей, лопату отремонтируем потом. Магазины с собой. Минус отмычки можно подержать. Минус проволока, можно скрафтить отмычки. Сколько максимум? Штук 5 штук. Будет 3 плюс. Ткань не нужна, пара бутылок еще имеется. Топор, труба. Фигня. Колеса, пожалуйста, на борт. Колеса уже есть у меня, не хватает места. Тут все хорошо. Бутылочки. Темно уже, ебать, пойду-ка я включу генератор. Пока еще есть такая возможность. Так, готово. Стулецкий мы сюда поставим. Бутылочки мы тут еще побьем. Чтобы если кто-то хотел тут погулять, ему было грустно. Чтобы он тут не веселился, блядь. Один шкаф поставим. У нас почти 20 часов, поэтому пора заканчивать уже. Так, мне, пожалуйста, дробовик до патронов сюда. Все. Папа готов. Да, готов? Я еще ходить не буду, но возьму эти штуки. Мало ли, собственно, что может случиться. Все. Главное не ерзать. Все, погнали. Что-то неутешительные звуки. Мы снизу не укреплены, вот с той стороны. Там. Кто-то шарится. Там у меня стекла и все. О. Щемится кто-то там.
Что я могу? Заорать и похилиться. Самогонка, то что надо. Вот так. Не хотел на тап нажимать, чтобы не шариться в рюкзаке так быстрее. Туда еще и это возьми. Ох, ебать, как ярко стало. Что-то я не помню, что у меня так ярко было когда-то. О, идет. О, песик, блядь, наступил, видимо. Куда не следует, где-то здесь, в один из. Там опять щемится, вот слышите, ломает прям. Еще, вон, смотри, я прям видел, прошел здесь кто-то, да? Нет, не прошел? О, у нас гости. Шкаф уярит. У них уяривает идет между собой, блядь. Дикари хуярятся, блядь. Ебать. Ласту, песик. Это песик. Песик хуярится с дикарями. Ну кто-то кого-то точно победил. Мы не будем уже разбираться. По звукам песик выиграл. Помню, как альфа-пес этого оленя захавал. Было круто. И православно отъехал на стекле. Если что, у меня фамилия Холмс, так что не парьтесь, я прекрасно вижу, что там происходит, даже не смотря. Но пришел черный, ой, серый кардинал какой-то. Попитаться тем, что там есть. 3 часа утра. Траппер в действии, короче. Не, ну милая ночка, что я могу сказать. Ну если нахуй под утро кто-то там сейчас зайдет. Нет, не зайдет. Относительно спокойно тогда все будет еще. Не, ну тут забаррикадирован. Хуй успеешь проломать-то. Вот отсюда единственный вариант. А там мне даже не интересно, что может произойти. Ну и подкоп может еще какая-нибудь хуйня створить. Вот типа той, которая меня заубила сегодня. Бля, пойду посмотрю, что там нахуй случилось. Уж больно мне, блядь, интересно. Давай глянем, блядь, как тут прошли дела. Так, а ну-ка. Собачка, блядь, раз. Собачка, блядь, два. Мистер Дикарик с тряпочкой. Нахуй пойдешь. И отъехал еще сверху, блядь, это пес. А, вон он, смотри, не знает, куда себя деть. Да, песик, блядь, странные дела происходят. Говорит, блядь, я поломался. Я, говорит, поломался полностью. Бедный дикарь загулял, а там собак миллион. Так. О, был капкан и нет капкана. 2 капкана даже. Металлом, металлом. Здорово, бандиты. Так, что у меня для вас есть? А нихуя. Собственно, мне нужно сейчас будет вам кучу всего продать. Опа, глазик, ты меня пугаешь вечно. Приход. Так, хамелеон, адреналин. В принципе, здоровье буду раз сильнее. Круто, хамелеон, я хочу быть невидимым. Я люблю, или может что-нибудь другое еще. Ну-ка. Нет, все фигня. Значит, я невидимый. Без прихода? Блин, мне они уже начали нравиться даже. Так, теперь касаемо шкафов. Продать. Что там еще? Продать. Газовый баллон. Может в него накачать воздуха? Что мне это даст на самом деле, я не знаю. Так, вообще предмет, лопата. Копать пойдем? Я не очень хочу, если честно, копать.
Так, а у рога, там еще вот рога продать. Тяжело, один из ножей можно продать. А, они все равно бросаются, нафиг надо. Пускай лучше будут. Ножи это хорошо. Их можно метать. Так, баррикады стоят, все нормально. Парни! Не прячьте ваши денежки и вашу репутацию. Рога. Тут 6 слотов, у вас 5. Так что давайте. Плюс 903 репутации просто. Вот, нате, парни, наслаждайтесь. Мне, пожалуйста, ваши патроны. Патроны. Таблетки. Проволоки. Подтвердить. Хороший обмен. Классика. Доски, гвозди. Тоже давайте. Вот вам еще ткань, ваша любимая. 255. Бэу, готово. Что, нормально притарились? Давайте пензика еще. Они кивают. Еще бы вы у меня, сука, не кивали. Кормилец ваш. Уйти. Ну, типа, я миллионер. Все. Это тупо официально. Я миллионер. Сейчас бензин сразу зальем сюда. Приходите утром. Я еще не все выкопал на свалке. Диггер Максим. Сегодня, кстати, довольно коротенько получилось. Я слишком шустренько пробежался там и тут. И ночь как-то прошла слишком спокойно. Я даже не особо напрягался. Ну. Обычно, когда так проходит, то на следующий день намного веселее. Это меня не совсем радует. Блять, лампу жгу просто так. Вот так. Хотя я уже могу жечь эту лампу по КД. Все равно смогу новую сделать. А вы не продаете лампу, парни? Я просто у вас новую куплю. Я просто в свою лампу, понимаете, не научился заливать масло. Лампу хочу. Есть лампа? Чтоб завтра принести лампу. Любые деньги. Да? Да. Они кивают. Я продублирую, что не поняли. Так. Фигня. Самогон. Кстати, самогон теперь не пригодится. Чувак-то больше не приедет ко мне. Чувак не приедет. Как грустно сразу стало. Самогонку отдай. Дробовик забери. Патронов для дробана хватает, это хорошо. Таблетосы, лампа, магазин лишний. Патрон, опа, патроны, кстати. И магазин давай я переложу. Пистолет к пистолету пойдет, а патрон к патрону, охотничий. Так, теперь дай-ка подумать. Я, наверное, возьму с собой находку охотничий сейчас. Вместе с патронами. Гвозди, проволоки. На отмычку. Что-то уже мне много слишком приготовления. Ладно, ребят, я приготовление уже продолжу дальше. Спасибо, что были со мной. Сегодня получилось коротенько. Так что без обид. Доброго всем FPS. Спасибо, что еще раз посмотрели. Сейчас в следующий раз пойдем к деревенщине. По кайфу. Еще у нас радиовышка появилась, так что можно будет на нее сходить. Я не знаю, что там. Всем пока.